В Ноябрьске наступил сезон снежных куч. Уже по сложившейся многолетней традиции зимой во дворах нашего города словно грибы вырастают горы изо льда и снега. Коммунальщики их строят, дети им радуются, а вот все остальные по этому поводу негодуют. В связи с участившимися жалобами на несвоевременную и некачественную уборку дворов в администрации города было решено создать специальную комиссию, в которую вошли представители управления жилищного хозяйства и сотрудники дорожной инспекции. Седьмой микрорайон. И вот они, словно на ладони. Все, в кавычках, прелести зимы. Снежные накаты и огромные, тоже снежные кучи. Скажите, пожалуйста, сколько раз вы убирали вот здесь? Сколько раз? Один раз очистили эту резьбу. Один раз? Да, один раз. Вот потому что есть остальные места, где на более напряженные. Нет, значит, все равно одного раза недостаточно для того, чтобы содержать этот проезд и тем более территории в нормальном состоянии. Уплотненный снежный слой должен быть не более 5 сантиметров. Как вы видели, более 14-15 сантиметров везде идет. Это грозит возникновение аварийной ситуации и создание ДТП. Еще одно проблемное место 7-го микрорайона. Здесь впритык к жилому дому, к слову, это 42-Б по Высоцкого, разместилась даже не куча, а целая снежная гора. Резонный вопрос: каково жильцам первого этажа с таким-то видом за окном? Не реже, чем один раз в 10 дней управляющие компании должны осуществить вывоз снега с территории. То есть складировать снег, как вот в данном случае мы видим, да, нельзя. Это нарушение прямое. В январе месяце низкая температура была, немножко техника сбой дала работы. Сейчас мы в прошлое воскресенье работали, выводили технику дополнительно. В это воскресенье будем. Ну, в течение недели, я думаю, мы эти нарушения устраним. А чтобы слова коммунальщиков были не пустыми обещаниями, представители администрации заверили, что будут держать ситуацию под контролем и, если потребуется, регулярно выезжать в город. Контролировать процесс уборки снега во дворах чиновники призывают и самих жителей. Тем более, что им из окон своих квартир куда виднее, где и когда выросла очередная несанкционированная снежная куча. К жителям хочется обратиться с просьбой, в случае, если нарушения в части очистки придомовых территорий и вывозу снега будут с их стороны выявлены, то необходимо обращаться в отдел экологии, управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи по телефону 420595, сообщать об этом. Мы будем направлять сотрудников для того, чтобы они зафиксировали этот факт, обращаться в ОМВД. И ОМВД уже будет составлять административный протокол для того, чтобы привлечь к ответственности нарушителя. Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города.